Здорово, народ. Тут такая игрушка, очень простенькая, буквально 100 мегабайт весом. Решил попробовать, посмотреть, что это такое. Предлагаю глянуть вместе со мной. Игра называется Тео Таун. Ага, русский язык есть, это уже хорошо. Это будет не лишним. А теперь мы начнем с обучения, чтобы научить вас основам строительства вашего города. Ну давай, учи меня. Как в это играть? Зоны, 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 резиденция. Давайте объявим здесь жилой район, тогда люди будут строить дома самостоятельно. А, ну да, ну в принципе, с таким весом игры неудивительно, что там много механик происходит автоматически. Лучше окружите район несколькими дорогами, люди будут строить только рядом с дорогой. С логикой игра дружит, это тоже хорошо. Значит, дорогу я вот сейчас, если попытаюсь другую какую-то выбрать, нет. А эту да. Секундочку. Ага, тропа. Ну-ка. Ага. Так, теперь вам нужно ждать, пока люди переедут в ваш город. Ну, хорошо. Ага, довольно быстро идет строительство. Смотри, какие домики. Прикольно, ничего так. Люди шарят, толк, чувствуют, что тут сейчас застройка будет, ничего так. А теперь вам нужно ждать, пока люди перейдут в ваш город. Ну, я это нажимал. Обычная сельская дорога. Ежемесячная оплата. Угу. Трата на дорогу, хорошо. Эй, что это, похоже, у кого-то нет энергии. У кого нет энергии? Без частицы то. У кого нет энергии? Ну, давайте смотреть. Поставка, энергия. Ага, все закрыто практически, только вот такое дело. То есть конкретное место, да, сейчас я другое. Ну да, это же у нас обучение как бы. Ну хорошо, будем все делать, как нам велят. Зато потом мы будем знать, как в это играть. Ага, впритык не надо строить, да, то есть там чуть-чуть расстояние можно оставлять. Хорошо, теперь у нас есть энергия, но подождите, что это люди также хотят воды. Поставка. Угу. То есть энергия, вода, удаление мусора и похороны. Видимо, все это нас сейчас заставят строить. Для транспортировки. Ну, давайте для транспортировки делаем. А почему так? Так, секундочку. Отлично, теперь у вас есть жители с энергией и водой. Но подождите, чего-то все еще не хватает. Только я не понял, вот я сейчас под землей вот так вот вдоль дороги, да, строил трубопровод. Почему? Что-то я не вник. Почему он именно туда должен уходить? Ну хорошо. Мэр, у нас нет работы и места для шопинга. Смотри, какие. Уже им шопинг нужен. Здесь вы можете увидеть спрос на жилье и жилые, коммерческие и промышленные здания. Для каждого типа существуют три уровня богатства, которые соответствуют бедным, средним и богатым. Снова зоны, делаем коммерцию. Ага, очень интересно. То есть тут жилое, тут... А коммерция такая маленькая, да? Хорошо. Индустрия. Ага, значит, прикинули, да? Значит, коммерция и жилые дома рядом, индустрия желательно подальше. Ой, я это не хотел строить назад. Общественные парки, маленький парк. Ну, давайте, да, в принципе. Вот. Если вы ищете отличное сообщество, вы найдете... Угу, сайт дают, хорошо. А теперь получайте удовольствие. Ну, давайте.
что там кроме транспорта, да, у нас что-то было еще, зоны. Давайте сделаем больше коммерции, вот, ну, ой-ой-ой, не то, не то. А больше коммерции, ну, где-то часть, пусть будет коммерческая, и часть... Ну, соответственно, резиденции. Индустрию, я думаю, здесь не надо делать. Сейчас сделаем что-то другое. Пока что ничего нельзя из... А давайте монументы все закрыты. Так, что там еще? Ага, хорошо. Водяная башня. Вот, пожалуйста. Статуя открыта. Ну, давайте статую где-то... Ну, не знаю. Ну, пусть тут будет, елки-палки. Что еще? Слишком много электричества использовано, ты можешь построить новые электростанции. Хорошо. Да, я хотел бы новые электростанции. Так, где, как это сделать? Я уже запутался немножко. Новое звание. Поздравляем, ваш город достиг нового звания. Каждое звание открывает некоторые здания, и вы получаете награду. Угу. О, хорош. А, блин, я нарушил. Я нарушил столбы с электричеством. Так, надо строить. Вот, поставка энергии. Провода. Давайте еще раз. Слишком шумно. Ага, уже начинаем не поспевать. Хорошо, провода, провода. Что там еще? Услуги пожарные. Вот, значит, создаем. Так, а в каких это регионах? То есть это мы не по регионам, да? А пожарные здесь, пожарные там. Все, что ты будешь делать? Еще услуги, что у нас, образование давайте делать, нельзя, услуги, здоровье, можно, доктор. Что еще, чем они недовольны, слишком шумно. А я не знаю, как люди несчастны, потому что хотят окружающую среду, помоги им. Давайте делать окружающую среду лучше. Значит, еще немножко с поставкам. Так, удаление мусора. Да, конечно, свалка. Свалку, в принципе, предлагаю где-то далеко разместить. Возле промзоны. Вот так. И построить к ней дорогу. Ага, средств недостаточно. Давайте взаим берем. Взаймы. Занять. Все, теперь мы можем строить дорогу.
Так, люди более-менее довольны. Здесь здание без воды. Где? Ага, вижу, вижу, вижу. Хорошо. Немножко надо поспешить. Поспешить, поспешить. Услуги. Где у нас там? Полиция. Нельзя. Поставка мне нужна была. Вот вода. Соответственно, трубы. Вот так, я думаю, будет в самый раз. Все, вода у всех есть, хорошо. Еще на всякий случай заранее. Немножко обеспечим водички людям. Все, пока что не надо. Что там еще есть у нас интересное? Значит, еще насчет ландшафта. Холмы поднять. Ой. Ой, это денег стоит все. Не надо. Достаточно. Транспорт, транспорт. Вот. Аэропорт закрыт. Что еще? Поезд закрыт. Экскаватор какой-то. Да, что он дает? Я не понял. В смысле? Ну вот я его там поставил. И все. Да, дорога закрыта. Что это значит? Блин, в смысле экскаватор? В смысле экскаватор? Короче, так, не, это дорога, вот именно что дорога. Ага. Так, как-то удалить? Нельзя? Убрать? Вот. Теперь эту обычную сельскую я хочу вернуть. Вот это вот она, да? Да. Ну, все, в принципе. Давайте искать что-то новое. Поставка энергии. Что у нас есть? Ну, я наставил этих мельниц, в принципе. В чем вопрос заключается? Я немножко... с окружающей средой нужно им помочь. Угу. Хорошо. Удаление мусора, свалка. Так, есть, я поставил. Парки. Маленький парк. Ну, давайте делать. Хорошо. Пляж. Тут негде ставить пляж. Так, чем недовольны? Жилая зона. Угу. Очень непросто разобраться. Так, общественный еще. Спорт нельзя. Ну, потому что сейчас очень много еще закрыто. Управление. Ага. Религия. Вот. Стали появляться какие-то у нас новенькие приколы. Так это... назовем. Я не вижу, куда их ставить немножко. То есть здесь я могу, да, поставить? Да, вписалось. Дальше. Мечеть. Не нарушила она нам провода? Нет, не нарушила. Хорошо. Свалка.
Так, мусор вывозится, чем недовольны. Построена резиденция. Немножко не понял. Ладно. Что там еще? Общественное управление, так награды. Декорации. Вот. Нам нужны декорации. Вот это давайте. Строить. Что это такое я построил сейчас? Военное украшение. Кому оно надо, блин? Что еще? Что еще? Кладбище самолетов. Денег не хватит. Хоть что-нибудь поставим. А что еще интересного, блин? Похороны пока не надо. Да, услуги. Вот, уже военные. Есть какие-то услуги, убежище, штаб. Дорого по деньгам. Военная зона. Ну, пусть где-то вот здесь будет. Военная зона. Я не знаю пока зачем, но пусть будет. Соответственно, военная дорога. Сейчас мы проведем и дорогу, и именно как дорогу. Вот сюда. Так, теперь какие-то... Еще раз разветвление, да, связанные вот с дорогой. И смотрите, я ж могу менять вот так вот. Например, то есть была сельская дорога, я ее поменял именно на двустороннее движение. Так, так, так. Да, вот, ставим. Ага. Ага, это да, у нас делается. Ой, не то я сделал немножко. Там военную, по-моему, зацепил я. Да, военный. Блин. Сейчас переделаю. Короче, это вот так будет. Вот, а в военную не надо было трогать дорогу. Теперь заходим. Так, общественные. Не здесь. Видите, тут просто очень много всех этих фокусов. Поставка. И немножко услуги. Немножко сложно свыкнуться. С тем, где что. Правильно я выбрал, да? Да, военная дорога. Соответственно, вот она. Ага. Ну, она, да, можно сказать, как осталась. Ну, хорошо. Теперь, допустим, я хочу провести электричество вот туда вот, к пожарному депо, которое почему-то очень далеко поставил. Поставка, энергия, соответственно, провода. Да, где там последний мой проводок был. Вот так. Дальше. Опять же, поставка, вода, труба. Где там шла труба под землей? Вот. Так. Вот так. И вот так. Все, да, сейчас денег не хватит вот так провести, например. Наверное. Не, вроде есть деньги нормальные. Так, чем люди недовольны? Резиденция построена 400 дней назад. Не сносится. Что такое? Не могу понять. Чем люди тут недовольны? Очень странно. Это причем, это я еще в режиме обучения. Агентства закрыты все, перемещения покажу. А, то есть вот, да. Я могу что-то куда-то перенести. Да, допустим, беру вот это и ставлю вот сюда. Недостаточно средств. Ну, в принципе, можно переносить, если вы где-то что-то не там кликнули, есть функция перемещения. Ладно, у меня происходят какие-то, видимо, убытки. Вообще все очень медленно, давайте ускорим.
По-моему, я в минус иду. Или нет? Ну, где-то на месте я топчусь. Ага, застройка довольно медленно. Люди несчастны, потому что хотят, значит, с окружающей средой, чтобы получше все было. А перенос стоит довольно дорого. Хорошо. Значит, это не с транспортом. Пока что развязки не нужны. Зоны, индустрия, резиденция. Соответственно, вот так вот где-то. А, ну так я занять могу сейчас. Так, я потратил здесь. Тут нежелательно ничего ставить. Пусть ведется застройка. Здание без воды. Ага, ага, все понял. Так, здание без воды. Сейчас сделаем. А, нет, не услуги. Поставка, вода, труба. Вот, все, есть вода. Ага. Так, теперь по зонам немножко надо по-другому. Статуя. Можно поставить где-то? Нет, статуя. Не знаю, почему нельзя. Так, надо что-то решать. Надо что-то решать. Абсолютно точно. С поставкой все в порядке. Общественные. Ну, только парки. Что там еще у нас? Общественное. Спорт закрыто. Общественное управление закрыто все. Награды. Только статуя. Дальше. Религия, в принципе, там построил какие-то церквушки, пока же не будем сильно много ставить ничего из этого дела. Вот декорации, в общем-то. Ну вот, жилая зона. Типа такого, да? Ага. Ага, еще, значит, давайте вставить такое. Ага, коммерческая. Коммерческая. Здесь еще коммерческая наставим. Так, хорошо, пусть застраивается. Еще жилой зоны настроим. Ой, нарушил провода снова. Боже ты мой, тут начинаешь путаться, конечно. Тут немного сложно не запутаться. Где-то у нас провода шли. Ага. Поставка, энергия, провода. Да, где они там у меня прерываются. Вот, нормально все. Ну, как-то так. Как-то так это все выглядит.
Но пока что, конечно, все закрыто. Хорошо. Во. Ага. То есть, когда я буду уже занимать статус деревни, у меня можно будет ставить автобусную остановку. На этой дороге слишком много трафика. Рекомендую строить больше или лучшие дороги. Транспорт, дорога. Ну, давайте расширяться. Ну, придется занимать. Теперь это вот так выглядит. И вот так. Слишком много трафика. Ну, так я настрою. Строю, чтобы не было трафика. Что ж еще надо? Здесь как решить? Пусть идет вот так. Снова, ну все, займы я не могу больше делать. Несчастно, потому что окружающая среда. Ах, как решить этот вопрос? Как мне решить вопрос насчет окружающей среды? Я понять не могу. Я так понял, нужно больше зон, в смысле, ручная, ручная, то есть я сам могу ставить, да, то, что мне хочется. Ну, занимать я больше не могу ничего. Это ручная, а так, если по зонам, то вот резиденция. Ага, и все, тупик. То есть у меня еще не все построилось, то, что я хотел. Ну, слишком шумно, но я понял. Ну, я что могу поделать, что шумно? А почему у меня свалка пустая до сих пор? Вообще, кто-то гоняет туда? О, много недовольных появилось. Слишком грязно. Это нельзя было делать. Так. У нас какая-то непогода. Вот, то есть строительство все еще идет очень медленными темпами. Это я вот как ускорил, да? И так идет строительство медленно. Резиденция, коммерция, индустрия. Ну, давайте резиденция, значит. Не здесь. А вот так вот сделаем. Угу. Потом здесь тоже резиденция. А здесь, в серединке, вот, за вот этой ветряной мельницей, значит, коммерция будет.
Вот так, где-то. А-а-а, понятно, все, не могу. Хорошо. Что там с дорогой? Транспорт, дорога, дорога. О, блин, вообще ничего не могу. Что ж такое? Короче, я на мели. Я нахожусь на стадии поселка. Смотрите, сколько тут званий. Большое галактическое скопление, малая мультивселенная, бесконечность, большая бесконечность, огромная бесконечность. То есть вот оно начало, да, изолированное место, поселок. Я на уровне поселка. Потом идет маленькая деревня, деревня, большая деревня, маленький пригород. Пригород, большой пригород, огромный пригород, маленький город, город, большой город, огромный город. Малый метрополис. Метрополис, большой метрополис, огромный метрополис, малая конурбация. Конурбация. Большая конурбация, огромная. Малый мегаполис, мегаполис, большой, огромный. Маленькая страна. Страна большая, огромная. Малый континент, континент большой. Огромный. Так, планета. Планета, планета. Маленькая планета, большая, огромная, малая солнечная система. Солнечная система. Большая солнечная система. Огромная солнечная система. Маленькая галактика. Галактика большая, огромная. Малое галактическое скопление. Огромное. Малое сверхскопление. Сверхскопление большое, огромное. Маленькая вселенная. Малая мультивселенная, а значит огромная вселенная, малая мультивселенная, мультивселенная, большая, огромная мультивселенная, малая бесконечность, бесконечность, большая бесконечность, огромная бесконечность. 18 923 870 тысяч городских очков требуется. Интересно, конечно. Вот у меня население уже почти 600 человек сейчас будет. Они не сильно рады жизни в этом, в этой деревушке. Но куда деваться? Потихонечку будем застраиваться. Да, 600 человек. В принципе, игрушка где-то на уровне... Ух ты, бургеры! Где-то на уровне какого-то SimCity симулятора градостроительного. Это 2000 года, если не 98-го. По-моему, что-то было в 98-м. Не знаю. Ну, года 2000-го, короче. Но по удобству своему, так вот, в принципе... Вот тому, как легко тут все делается. То есть закрыто, открыто, открыто, строишь, закрыто, не строишь. Конечно, поудобнее, я бы сказал, немножко. Потому что так слишком шумно. О, есть поселок. Не меньше, ага, строить. Так, что я там говорил? Меньше 600 человек. Порог вхождения в SimCity, допустим, сегодня, вот, да, года 2000-го, я думаю, в него, в принципе, никто бы не смог играть особо. Ну, довольно сложно. Вообще, чего от тебя хотят? Ну, просто обучение там тоже дольше придется проходить. Что к чему. Само строительство намного медленнее. О, хорошо, пошла постройка. Намного медленнее происходит само обучение. Там пару дней только поразбираться нужно. А, это у меня вот эти старые домики теперь меняются на более высокие. Это какие-то панельки теперь у нас. Интересно придумано. И вот оно само обновляется. Вот что.
Вот. А здесь, ну, такое, о чем говорю. 100 мегабайт игрушка. Как бы, конечно, не хватало, чтобы они ее еще сделали сложной, так сказать, понимание. А, то есть это куда ел? Нет. Вот это вот они, мне кажется, неудобно сделали. То есть машины едут туда, машины едут сюда. А, тут зато ускорено. Ага. Ну, не знаю, не знаю даже. Насколько это правильно. Ага. Хорошо, а если я здесь поставлю, допустим, кто-то хочет быстро проехать. Нет. Вот тот хочет быстро проехать, вот, пожалуйста. А если в обратную сторону, тогда вот так. Будет это работать? Никто сюда не заезжает. Вот. Ну, короче, нужно немножко думать головой, когда вот ставишь. Просто желательно чуть-чуть задумываться, что ты делаешь. Да, а в остальном как бы все довольно привычно. Так, у нас можно ставить полицейский участок. Здесь и здесь. Дальше. Поставка, ага, похороны, кладбище. Почему бы нет, давайте где-нибудь... Так, а поворачивать его нельзя? Нет? Хорошо. А ну, новый займ нельзя, тоже нельзя. Ну, хорошо, будем сидеть без кладбища. Будем собирать трупы. Вот, фонтан можно ставить. Наконец-то хоть что-то. Фонтаны больше нельзя. Теперь к полицейскому участку у нас не доходит водопровод. А мы поставим крупный фонтан. Нельзя, хорошо. Давай водопровод. Поставка, вода, труба. О, доходит. Хорош. В принципе, 6 лет нашему поселению, и мы скоро дотянем до маленькой деревни. Ага, ну я тут как-то, может, вначале неправильно, ой, еще застройка, что я вначале как-то неправильно распорядился деньгами. Что вообще строить, как бы, ну я же говорю, это первый раз включаю эту игру, вообще не знаю, что от нее ждать. Вот, но в принципе играть довольно комфортно. Просто делать особо нечего. И тут очень многое на автомате происходит. И вот мотива, допустим, скажем, вот зоны, да, резиденция, коммерция, индустрия. Потом у нас появляются продвинутая, 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 пристань. О, кстати, ферма открыта. Появляются. Вот никакого стимула у меня вот вручную, да, вот, допустим, жилые здания, да, там третьего уровня, взять вот так вот что-нибудь поставить. Ну какой смысл, как бы, просто неинтересно. А ну тут само, когда надо, вот вначале тут деревенские какие-то домики двухэтажные, потом они превращаются в панельки, потом они сами в нужный момент превратятся в небоскребы. То есть тут нету мотива проявлять свой творческий навык, демонстрировать. А нет, ездят тут по нижней вот этой части, все-таки машины гоняют по нижней части, да. Слишком шумно. Понятия не имею, как решать этот вопрос.
да, говорится, слишком шумно. Вообще не знаю, как это решить. Не представляю. Вот. Перверк. Что это значит? Блин, короче, ничего строить не могу. Ладно, 680 населения. В общем, вот такая вот игрушка. Есть всякие простенькие настройки. Ну, как сказать. Это настройки какие хочешь, блин. Все, что тебе надо. Управление, графика. Все дела. Все можно ставить. Кстати, я играл, значит, сверх замечательные текстуры. Хотя вот обычно, вот они, пиксель. Пиксели видны. Есть плавные. Есть замечательные, хуже, чем плавные. Они где-то как обычно идут. А есть сверхзамечательные. Лучше, чем плавные. То есть вот плавные, вот сверхзамечательные. Вот плавные, вот сверхзамечательные, да. Ну, лол, как бы, такое дело. Не знаю, кому это будет интересно, чтобы так все плавало. Что еще? Обратные. Вот так вот можно играть. Задом наперед. Но уж нет, извините. Не для меня такие глупости придуманы. Вот. Такая вот игрушка. Да, я даже зазевался. Потому что не так уж я люблю градостроительные симуляторы. И, наверное, буду выходить отсюда. Городу 7 лет, деревушке моей. Что дальше делать, я не знаю. Деньги закончились. Все это для меня бесперспективно. Так что, если вам интересно, вот вы как можете видеть, вначале ничего нельзя, потихонечку все открывается, просто надо строиться. Если интересно, скачивайте игрушку, играйте. Кого-то это может увлечь. Лично я небольшой фанат. Блин, у меня уже несколько лет идет, по-моему, этот дождь. Вот он закончился. Слава богу. Вот лично я не фанат. Но для 100 мегабайт игрушка, наверное, топ. Мне нету с чем сравнивать. Наверное, топчик для своих 100 мегабайт. Очень маленькая, компактная. И в ней есть много чего. Порог вхождения как бы огромный. Любой человек может играть в нее, далекий от симуляторов любого толка, кто угодно может просто взять и начать играть. Игра с обучением, в ней все доступно, очень многие процессы происходят на автомате. Вот, хотите построить свой городок, ну, как видите, в принципе, это можно сделать, даже ставить такие вот рэпчики, такие вот приколы. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите любые комментарии. С вами был Крашик. Заглядывайте ко мне. Всем удачки.